Положительный тест на COVID за прошедшие сутки подтвердился у 222 жителей Одесской области. Из них 117 одесситов и 105 жителей районов региона. Зарегистрировано 2 новых случая COVID-19 у детей. Они находятся на амбулаторном лечении. За последние сутки 3 наших земляков умерли. Зато побороть недуг удалось 117 гражданам. Всего с начала пандемии вирус нашли у 145 861 жителя региона. 3729 пациентов умерло. На лечении в городской инфекционной больнице находится 114 пациентов с COVID-19, из них 73 в тяжелом состоянии. 3 подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе продолжается вакцинация. За последние сутки первую прививку получили 2663 человека, а вторую дозу 3355. Всего с начала прививочной кампании препарат ввели 264 258 нашим землякам, а завершили иммунизацию 207 883.